Всем привет! Готовим сегодня мраморные пасхальные яйца. Луковую шелуху измельчаем ножницами. Обмакиваем хорошенько в ней мокрое сырое яйцо. И плотно заворачиваем в небольшой кусочек марли. Фиксируем ниточкой. Перекладываем наши заготовки в ковш или в любую кастрюльку. Добавляем соль, заливаем водой так, чтобы вода покрыла полностью яйца. И добавляем 10 грамм зеленки. Доводим до кипения. После того, как вода закипит, варим 10 минут. Как только яйца остынут, сливаем с них воду и достаем из марли. Для блеска натираем растительным маслом. Мраморные яйца готовы. Светлой вам Пасхи!